Участок Минской перекрыт для движения всех видов транспорта. Кирпич установлен от Советской до Урицкого в обоих направлениях. Поток машин направили в объезд. Ограничение связано с ремонтом дороги. Работы планируют завершить до 10 вечера. В стране завершается регистрация на ЦТ в резервные дни. Основные испытания прошли накануне. Дополнительные организуют во всех областных центрах. В Могилеве абитуриентов примет Белорусско-Российский университет. Перед началом участникам тестирования нужно будет предъявить паспорт, пропуск и документ, подтверждающий уважительную причину пропуска испытания в основной день. Первое дополнительное испытание 19 июля. Стационарный лагерь открылся на базе аэродромно-инженерного полка. Продолжают работать профильные палаточные стоянки. В этом сезоне отдых организован с учетом эпидситуации и соблюдением мер безопасности. Туристами стали 270 детей и подростков. Бобруйчанка Ксения Зеленцова вошла в национальную сборную по шахматам. Вскоре команда представит Беларусь на всемирной онлайн-олимпиаде по интеллектуальному виду спорта. Состав утверждала комиссия профильной федерации. В золотом списке юноши и девушки со всей страны. Первенство пройдет с 22 июля по 30 августа.